Замок Морицбург находится в Саксонии, земле дворцов и замков. Он расположен неподалеку от Дрездена и Мейсона, посреди прекрасного архитектурно-культурного комплекса. Сказочный по красоте фазаний домик – идеальное место для экскурсии всей семьей. Погрузитесь в славное прошлое замка или исследуйте его живописные окрестности на велосипеде, пешком или в конной повозке. Величественный силуэт замка Морицбург отражается в водной глади и уже издалека привлекает открыточными видами. Внутри вас ждут парадные залы в стиле барокко, богатые собрания картин и фарфора, а также захватывающие истории. Выставки знакомят с эпохой Августа Сильного, который превратил этот охотничий замок в великолепную резиденцию. Специальные интерактивные стенды позволят еще ближе познакомиться с жизнью правителя. В окрестностях расположен фазаний домик. Этот очаровательный замок в стиле рококо уже в 18 веке стал излюбленным местом отдыха и увеселения знати. Здесь же находится миниатюрная гавань и единственный в Саксонии маяк. Поблизости открыт центр для посетителей с музейным магазинчиком, кафе и меняющимися тематическими экспозициями. Посетите оба замка, купив специальный комбинированный билет. Между двумя замками разбит парадный парк во французском стиле. Прогуливаясь по нему, вы выйдете к, пожалуй, самому живописному пруду в Европе. Здесь все располагает к отдыху. Ресторан в замке побалует вас различными деликатесами. В окрестностях есть и другие рестораны. Подберите себе что-нибудь на память в сувенирном магазине. Кстати, вы можете переночевать в поистине королевских условиях, в павильонах у пруда. Как добраться до Морицбурга? Удобно и быстро можно доехать сюда по автобанам, которые проходят через Дрезден. Безусловно, самый романтичный вариант – прокатиться на паровозике по старинной узкоколейной дороге из Радебойля или Радебурга среди живописных лесов и озер. Рекомендуем и поездку на автобусе маршрута М, курсирующем между Мейсоном и Морицбургом. Так вы дополнительно сможете познакомиться с Мейсоном, крепостью Альбрехтсбург, и прогуляться по прекрасному старому городу. Посетите Морицбург. Замок мечта ждет вас.